Выборы в Государственную Думу и региональный парламент 19 сентября должны пройти честно, прозрачно и легитимно. Как это сделать, обсудили в очередной раз на заседании штаба по независимому общественному наблюдению. Напомним, он начал работу в марте этого года. Председателем штаба стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошла в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. В этот раз утвердили состав группы членов штаба для участия в рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в избирательную комиссию Самарской области. Все участники этого процесса по содействию реализации свободных выборов, своего свободного волеизъявления, как раз нацеливают свою работу, свою деятельность на то, чтобы выборы прошли открыто, гласно и легитимно. Каждый из экспертов независим и политически беспристрастен. Часть членов нашего штаба, в основе своей, это юристы. Они будут входить в состав группы представителей общественного штаба, которые будут доступны материалы по различным жалобам, обращениям в связи с возможными нарушениями избирательных прав наших граждан. Участие независимых лиц в рассмотрении жалоб и обращений важно для преодоления ведомственной корпоративной солидарности и максимально независимой оценки фактов. Ольга Хамракулова, «События».